Я читаю 22 главу из 2 книги Царств. «И воспел Давид петь песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал: „Господь — твердыня моя и крепость моя, и избавитель мой, Бог мой — скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое, спаситель мой, из бед ты избавил меня. Призову Господа достопоклоняемого, и от врагов моих спасусь. Объяли меня волны смерти, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. Но в тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал, и Он услышал из чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его. Потряслась, всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания небес, ибо разгневался на них Господь, поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий. Горячие угли сыпались от него, наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его, и воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мраком покрыл себя, как сенью, сгустив воды облаков небесных. От блистания перед ним разгорались угли огненные. Возгремел с небес Господь, и Всевышний дал голос свой. Пустил стрелы и рассеял их, блеснул молнией и истребил их. И открылись источники моря, обнажились из основания вселенной от грозного гласа Господа, от дуновения духа гнева его. Простер он руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был опорой для меня и вывел меня на пространное место, избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господа и не был нечестивым пред Богом моим. Ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал. И был непорочен пред Ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей пред очами Его. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Людей угнетенных ты спасаешь, и взором своим уничижаешь надменных. Ты, Господи, светильник мой, Господь просвещает тьму мою. С тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог непорочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех, надеющихся на него. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою, устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах поставляет меня, научает руки мои брани, и мышцы мои напрягает, как медный лук. Ты даешь мне щит спасения Твоего, и милость Твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои. Я гоняюсь за врагами моими и истребляю их, и не возвращаюсь, доколе не уничтожу их, и истреблю их, и поражаю их, и истребляю их, и поражаю их, и не встают, и падают под ноги мои. Ты припоясываешь меня силою для войны и низлагаешь предо мною восстающих на меня. Ты обращаешь ко мне тыл врагов моих
и я истребляю ненавидящих меня. Они взывают, но нет спасающего, к Господу, но Он не внемлет им. Я рассеиваю их, как прах земной, как грязь уличную мну их и топчу их. Ты избавил меня от мятежа народа моего. Ты сохранил меня, чтобы быть мне главою над иноплеменниками. Народ, которого я не знал, служит мне. Иноплеменники ласкательствуют передо мною, по слуху обо мне повинуются мне. Иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Жив Господь, и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог, убежище спасения моего, Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы, и избавляющий меня от врагов моих. Над восстающими против меня Ты возвысил меня, от человека жестокого Ты избавил меня. Зато я буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоему, величественно спасающий царя своего и творящий милость помазаннику своему Давиду и потомству его вовеки.